Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который, будучи пьяным за рулем, умышленно сбил на своем автомобиле 14-летнюю девушку. Инцидент произошел в сентябре этого года в Урнарском районе. По версии следствия, девушка отказалась садиться в машину к 49-летнему односельчанину. После этого мужчина последовал за ней, съехал в кювет и намеренно сбил девушку. Она, получается, осталась и убежала вот так. Я на другую сторону. И вот сюда она добежала, и в машину прям за ней под машину проехала. 14-летней пострадавшей девочке был причинен тяжкий вред здоровью. А именно ей были причинены переломы позвоночника, руки и ноги. В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Следует также отметить, что органами ГИБДД он привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За это административное правонарушение он лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года, а также ему назначен штраф в размере 30 000 рублей. Мужчина находится под стражей, на его автомобиль наложен арест.